Затонувший в прошлом году танкер «Делфи» наконец покинул акваторию пляжа «Дельфин». Его отбуксировали в порт Черноморск. Подъем судна и его эвакуацию подрядчику оплатили три стивидорные компании, которые работают в Одесском морском торговом порту. Люди пошли навстречу, люди одесситы, ответственные люди. Сегодня мы можем говорить о том, что эвакуация прошла подготовленная, эвакуация прошла действительно по проекту, по технологической схеме и безопасно для Одесского залива. В Черноморске танкер простоит вплоть до решения суда. «Делфи» является вещественным доказательством в криминальном производстве, в рамках которого СБУ проводит расследование сразу по нескольким направлениям. Рассматривается в части А. Причинение экономических потерь государству. Также экологическая составляющая будет в рамках этого дела рассмотрена. И самое важное, это та статья, которая указывает о том, что данное судно было, в общем-то, в принципе, нарушены все кодексы, все законы мореплавания и безопасности мореплавания мирового стандарта. Пока же одесситы наслаждаются не только лучами последнего теплого солнца, нависшего над сентябрьским пляжем, но и чистым морским горизонтом, от которого посетители «Дельфина» уже порядком отвыкли. Народной забавы селфи с «Делфи» больше не будет. Лишь под конец курортного сезона удалось убрать многострадальный танкер с пляжа. И только несколько секций ограждений с предупредительными табличками служат своеобразным памятником десятимесячной беспомощности украинских властей всех уровней. Константин Гречаный, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».